Всем привет! Меня зовут Сева Бойко, вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Это 90-й день российского вторжения в Украину, который мы освещаем в ежедневном режиме. Как удалось установить BBC, в Украине погиб российский генерал-майор в отставке, летчик Кономат Баташев. И обстоятельства его гибели и некоторые детали его биографии вызывают много вопросов, которые я задам корреспонденту BBC Ольге Ившиной. Оля, привет! Привет, Сев! Как погиб Баташев? Когда, где, при каких обстоятельствах? Что мы об этом знаем? Первая новость о том, что в небе над Украиной сбит самолет, пришла от Генштаба Украины в воскресенье, 22 мая. Это далеко не первый раз, когда в небе Украины сбивают российские самолеты, поэтому сначала никто особого внимания на эту новость не обратил. Самолет был сбит в районе Попасной, это населенный пункт. Он сейчас находится на очень важном направлении. Именно в этом месте сейчас идут напряженные бои, потому что, с одной стороны, российские войска пытаются продвинуться в сторону Краматорска, в сторону Бахмута, это Донецкая область, а с другой стороны, вот примерно в этой же местности они пытаются достичь границ Луганской области и там взять в окружение подразделения вооруженных сил Украины. То есть именно это сейчас направление наиболее напряженных боев, направление, на котором концентрируют свои основные силы российские военные, и поэтому для них очень важно присутствие там авиации, очень важно попытаться получить преимущество в воздухе. Это такой вот контекст. А что касается самой истории с Баташевым, да, появились новости о том, что был сбит Су-25, и через некоторое время после этого уже в российском сегменте соцсетей, в среде летчиков, среди наших профильных групп, то есть на форумах, в Телеграме, в канале, где, так скажем, тусуются люди, связанные с военной авиацией, началось обсуждение того, кто мог погибнуть, потому что украинцы сообщили, что летчик не успел катапультироваться. Через какое-то время появилось сообщение такого известного, широко известного в узких кругах телеграм-канала Fighter Bomber о том, что там погиб очень важный и уважаемый командир. И Fighter Bomber привел две цитаты этого человека, никак его не назвав. Но если эти цитаты вбить в поисковик, то становится понятно, что это цитаты из двух разных интервью генерала-майора в отставке Кономата Баташева. Это известный российский летчик, он был командиром полка, это очень высокая должность, гвардейской авиабазы в Воронеже. Многие его сослуживцы, которые, собственно, писали и под публикацией Fighter Bomber, и на форумах, отзывались о нем как о очень хорошем специалисте, очень сильном командире. В общественном пространстве он известен в большей степени не только как командир авиабазы Воронежа, но в большей степени он известен из-за событий 2012 года. Я тебя сейчас перебью. Давай здесь сохраним интригу. И Я хотел спросить тебя вот о чем. А как тебе вообще удалось установить, что все вот эти сообщения правдивы? Ну да, некое профессиональное сообщество, братья по оружию, так сказать, провожают в последний путь своего коллегу. Но откуда мы знаем, что он правда погиб? Официально же об этом не сообщалось. Да, действительно, ты прав. Как только появились вот эти сообщения, я начала, с одной стороны, проверять всевозможные различные ресурсы, как официальные, так и неофициальные, площадки, где общаются люди, близкие к военной авиации. А с другой стороны, мы стали писать нашим контактам именно в этой среде, и нам удалось получить 3 подтверждения от бывших сослуживцев Баташева, которые поддерживали с ним связь уже после того, как перестали с ним служить. Эти люди попросили об анонимности, поэтому мы не раскрываем их имена и какие-то детали, которые могут указать на них. Ну, а вот теперь давай вернемся, собственно, к биографии Баташева. Ты сказала, что это известный летчик, что это командир полка, но в прессе он прославился совсем другим и получил известность, будет корректнее сказать. Да, в более широком общественном пространстве Баташев стал известен в 2012 году, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Дело в том, что в этот момент, летом 2012 года, там проходили учения, и в них в том числе принимал участие Баташев. Вот дальше я уже буду цитировать материалы суда, поскольку это, так сказать, страница из уголовного производства. Как полагает суд, генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27. Дело в том, что у каждого летчика есть строго своя специализация и допуск к полетам на том или ином воздушном судне. И, например, если у тебя есть допуск на
Су-25, это не значит, что ты можешь спокойно сесть в кабину Су-27 и полететь. Собственно, такого допуска не было и у Баташева. Более того, как установил суд, в 2011 году он уже самовольно полетал на самолете, допуска к которому он не имел. В 2011 году он садился за штурвал Су-34 и за это получил взыскание. То есть вот на момент этих учений он не имел права в принципе садиться за штурвал, не говоря уж о штурвале самолета Су-27, на котором до этого, по крайней мере, официально он не налетал нужного количества часов. И вот вместе со своим другом-полковником Баташев решил опробовать этот новый самолет. И в полете он решил выполнить фигуру высшего пилотажа и не справился с управлением. Более того, как обсуждалось в ходе заседания суда, в какой-то момент полковник по связи его запросил: «Передай мне управление, я попытаюсь сейчас вытянуть самолет». Но Баташев его оборвал, сказал не трогать и продолжил пытаться выполнить маневр. Самолет разбился, пилоты успели катапультироваться. Собственно, после всего этого на Баташева было заведено уголовное дело. В ходе рассмотрения его признали виновным и приговорили к 4 годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей. Как я понимаю, с этим же и была связана отставка Баташева. Он перестал служить в армии из-за этого инцидента. Насколько мы знаем, да, эти события были связаны. И сам Баташев в интервью говорил, что ему было очень тяжело после суда, было много сложностей, и, собственно, с этим связан его уход из вооруженных сил. Но, собственно, на этом связь с небом у Баташева не оборвалась, и он устроился работать в ДОСАВ, это Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Он стал работать в ДОСАВ Петербурга и Ленобласти, он стал заместителем председателя по авиации. И, по крайней мере, вот на момент, когда мы сегодня выпускали эту новость, Баташев все еще упоминался в разделе руководства ДОСАВ и на странице авиационного кадетского класса «Балтийские крылья». То есть он занимался продвижением и популяризацией пилотирования самолетов среди молодежи. Ну, смотри, если подвести итог. Очевидно, одаренный, талантливый, амбициозный, но очень рисковый летчик прямо нарушает должностные инструкции, попадает за это под суд, поскольку разбил дорогущую машину, признает вину, уходит из рядов военно-воздушных сил и отправляется, по большому счету, честно говоря, на почетную пенсию. Где авиационный полк, а где проект ДОСАВ «Балтийские крылья»? И как вдруг 10 лет спустя он оказывается в небе над Украиной? Этот вопрос не дает мне покоя, Оль. Действительно, ответа на вопрос, как 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, не ясно. Однозначно ответа на этот вопрос у нас нет. Но его бывшие сослуживцы объяснили нам, что он, скорее всего, просто не смог остаться в стороне. Как мы знаем, после начала так называемой спецоперации России, а по сути вторжения в Украину, российские военкоматы, патриотические организации и так называемая частная военная компания «Вагнер» начали очень активную кампанию по привлечению людей для отправки в Украину. В первую очередь пытаются привлечь тех, у кого уже есть боевой опыт, существенный опыт службы в армии. По открытым источникам BBC установила, что к этому моменту в Украине погибло по меньшей мере 9 вышедших в запас российских военных старше 50 лет. То есть в каком-то смысле привлечение людей в таком уже солидном возрасте для участия в боевых действиях на территории Украины, это, ну, по крайней мере, практика, которая в какой-то степени распространена. То есть он не первый человек за 60, даже не только за 50, а не первый человек за 60, который погиб. Мы знаем, что в этом месяце в Украине погиб как минимум один человек в возрасте за 60. Это майор ВДВ в запасе Валерий Статилко. Смотри, ты сказала, что нашего героя могли завербовать разные организации. Как государственная армия России, так и негосударственная, например, ЧВК Вагнера. А какие мы можем представить себе сценарии, я понимаю, что мы этого не знаем, но мы же можем порассуждать относительно того, как в итоге человек, если он не завербован армией, оказался за штурвалом военного самолета. Да, конечно, в гибели Баташева мы уверены, а в причинах, которые привели его туда, мы можем порассуждать. Дело в том, что не так давно, вот еще до всей этой истории со сбитым самолетом генерал-майора в отставке, в группе, в телеграм-канале, где тусуется представитель ЧВК Вагнера, где они пишут и обсуждают свои темы, появилось действительно сообщение о том, что ЧВК может пользоваться военной авиацией. Они провели такую
интересную параллель, упомянув, что во всем мире популярен каршеринг. Это когда можно прийти, сесть в машину, заплатить некую сумму, попользоваться ей, вернуть ее на место. А у чувака Вагнера, мол, распространен каршеринг на военные борты, на военные самолеты. И это такой намек на то, что ЧВК действительно может пользоваться военной авиацией. Никаких дополнительных подтверждений этому нет. Перепроверить эту информацию мы пока не смогли. Но если эта версия правильная, то она может объяснить часть нестыковок в этом деле. В первую очередь она может объяснить, почему Баташев оказался за штурвалом Су-25 по меркам современной военной авиация – это довольно слабый и старый уже самолет для использования вот, в боевых действиях, для решения боевых задач в такой зоне, при боях такой интенсивности. Смотри, но то, о чем ты рассказываешь, использование самолетов Су-25, а в этом мы уверены, за штурвалами которых находятся генерал-майоры, побывавшие как минимум в отставке, а в этом мы тоже уверены, несколько противоречит тому пропагандистскому нарративу, который излучается из каждого утюга в России. А именно, что Россия имеет весомое превосходство в украинском небе. И вот в этом самом украинском небе сбивают опытнейшего российского пилота. Это вообще редкость? И что нам это говорит о том, как устроена российская военная авиация, как она работает во время этого конфликта? Ты прав, Россия действительно пытается изобразить, что у нее большое преимущество, но вот и украинские военные, и американская, и британская разведка говорят о том, что как раз одна из серьезных проблем России в Украине связана с тем, что Россия не смогла добиться подавляющего преимущества в небе. Несмотря на удары по центрам украинских ПВО, несмотря на существенные обстрелы, российские военные борты, похоже, в небе Украины все-таки уверенно и свободно себя не чувствуют. По данным Генштаба Украины, с 24 февраля сбито уже более 200 российских военных самолетов. Минобороны России эти данные не комментируют и свои отчеты о потерях не обновлял с конца марта, так что их версии мы не знаем. Но из открытых источников BBC смогла установить, что в Украине погиб по меньшей мере уже 31 военный пилот. И это существенный удар по военно-воздушным силам, потому что подготовка каждого пилота занимает огромное количество времени и денег, а в боевых операциях участвовать и выполнять сложные задачи могут пилоты только очень высокого уровня. И вот для того, чтобы их подготовить, нужно минимум 10 лет и минимум 8 миллионов долларов. Это данные, которые озвучивало даже само Минобороны России в 2019 году. И это говорит нам о том, что украинские военные, похоже, смогли адаптироваться, смогли перестроиться после того, как были поражены некоторые центры их ПВО. И сейчас они довольно эффективно используют, во-первых, дальнобойные системы ПВО, а во-вторых, ПЗРК. И, насколько мы знаем, именно ПЗРК, то есть при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса, и был сбит этот Су-25. Нужно отметить, что сейчас в Украине есть как ПЗРК советского производства, так и американские, например, «Стингеры», которые доказали свою эффективность уже в ряде военных конфликтов. Ну, а теперь давай поговорим не о потерях в разных родах войск, а о потерях среди обладателей разных погон. Мы слышали разные цифры относительно количества погибших на этой войне российских генералов. Очевидно, что этот список теперь пополнил Баташев, но какая цифра наиболее достоверная на данный момент? Чтобы точно быть уверенным, мы опираемся только на те сообщения, которые мы смогли точно подтвердить. И на данный момент известно о гибели двух действующих российских генералов. Это генерал-майор Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов. Их гибель была подтверждена чиновниками и журналистами в России. Помимо этого, украинские власти сообщали о гибели еще 7 российских генералов, но пока лично нам никаких подтверждений, дополнительных подтверждений этого найти не удалось. Более того, двое из них, Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев, оказались точно живы. Они с тех пор уже несколько раз появлялись на видеозаписях и, похоже, продолжают участвовать во вторжении на территорию Украины. Спасибо большое, Оня. Это была корреспондент BBC Ольга Ившина, а вы слушали подкаст «Что это было?». Делайте это на сайте, в соцсетях, в Apple подкастах, на других платформах. Например, не могу не напомнить, что теперь каждый выпуск можно найти на YouTube. Подписывайтесь, оставляйте оценки, лайки, комментарии, ставьте большие пальцы, колокольчики, все что угодно, лишь бы о нашем подкасте узнали больше слушателей. Меня зовут Сева Бойко. Следующий выпуск уже завтра.